Ну, рассказывайте. Вроде висит ровненько, да? Правда? Да, да, да. Это ее уже вернули на место. Вернули? На самом деле она немножечко упала. А, немножечко. Ну, да, немножечко, да, это не считается. Ну, они падают иногда, что же делать? Ну, сейчас мы посмотрим. А вот это что такое? Это вот, собственно, то, из-за чего она и упала. А, понятно. То, на чем она лежала. Дебелёчек, отлично. И еще один дебелёчек. Ну, бывает. Так, ну давайте посмотрим. Ну, здесь, можно сказать, ничего. Бывает и страшнее. Так, смотрим здесь. Нормально. Держится. Если они дали 3 дня гарантии, то это хорошо. Сколько она повисела? Ну, 3 дня, наверное. Стенка кирпичная, дырки толстые. Держится. Тут пока еще держится. Еще дня 3 провисит. Тут тоже дня 3 провисит, так что нельзя беспокоиться. Так, и смотрим здесь, что у нас стянуто между собой.